Сразу же идет новиночка тушь. Я ее уже взяла, я попробовала. И мне она понравилась. Вот ложкообразная, я бы сказала, она еще похожа на полумесяц, что ли, как-то. Вот такая кисточка. Лично я не знаю, мне кажется, что если бы она была прямая, эффект был бы примерно такой же. Вот мое мнение, что я, когда крашу, при прокрашивании ресниц, я и этой стороной, и той поворачиваю по-разному, и абсолютно одинаково она как бы ложится. Вот, кстати, вы можете обратить внимание, прошла неделя, тушь уже начала подсыхать, уже начали какие-то комочки образовываться, и я думаю, что буквально через неделю ее надо будет уже разводить. То есть у меня все туши Avon буквально через 2 недели уже практически ничего нормально не красит. Хотя, в принципе, тушь эта ложится на реснички неплохо. Удлиняющего действия я не заметила. Я бы не сказала, что вот как вот здесь написано. Ну, хотя здесь, по-моему, лифтинг больше позиционируется. То есть при поднятии ресниц, подкручивание, объем. Но длину я не заметила, говорю сразу. Объем небольшой она придает, если накрасить вторым слоем. В общем, лифтинг есть, подкручивание есть, да, небольшой объем есть, длины я не заметила. Я взяла самый черный оттенок, вот этот вот ультра черный, и мне понравилось. В общем, тушь советую, тем более, что еще и за 99 рублей можно взять ультра сияющий блеск для губ. Очень хорошее предложение, я считаю, с учетом того, что, опять же, какие сейчас цены везде. Так, и карандашики тоже можно себе выбрать. Вот этот вот браун-коричневый. У меня этот карандаш есть. И если только у девушек теплый цвет волос имеется, этот карандаш может подойти. А если у вас холодный цвет волос, пепельный или какой-то там еще рыжеватый, наоборот, пепельный или черный, то этот карандаш не подойдет, потому что он очень сильно отдает в рыжий. Мне не понравился. Он у меня лежит без дела. Я вообще не знаю, куда его. Ну, смотрите. Вообще. Я бы советовала, у кого волосы темные, но не черные, брать Dark Brown, но только ни в коем случае не Medium. Даже Black, то есть блонд светлый, он и то, по-моему, больше в пепельный уходит, чем вот этот вот оттенок с рыжим подтоном. А у нас возвращение Amour серии TTA. И очень непонятно, почему флакон показан желтого цвета. Помните, у нас была в этой линейке вода, по-моему, Тугеза, если я не ошибаюсь. Она была с персиковым ароматом. Туда входил состав персик. Вот она была такого цвета. И вот прям вот меня сбивает с толку. Я когда смотрю на этот флакон, мне кажется, что это вот тот аромат. Он был точно в таком же дизайне. На самом деле Amour совершенно прозрачный и белый. Все остальные флаконы представлены нормально, такого цвета, какого есть. Но по что по запаху самое главное? Для меня он вообще абсолютно пустой. Я, честно говоря, не хочу никого обижать, но я не понимаю восторгов. Я не чувствую здесь ни жасмина, ни цитруса. Я чувствую мускус. Вот, все. То, что я чувствую в этом аромате. То есть для меня он вот здесь на страничке пахнет приятнее. Но надо отдать должное этому аромату. Он очень легкий, освежающий, цветочный. Но вот этот вот мускус, он как-то мне все напоминает какой-то вот кислый, что-то такое с кислинкой. Но для любителей легких ароматов он, конечно же, подойдет, потому что это полная противоположность парфюмерной воде Today. Today она более тяжелая. Так, тут скидка хорошая, 599 рублей для 30 мл. И также для Today тоже такая же цена.
Здесь у нас представлены в новом цвете такие брюки с резиночкой. То есть это как джеггинсы, леггинсы, ну что-то такое между. Это не совсем джинсы. Материал очень тонкий. Брюки эти я советовала бы брать на лето. Причем также, если вы обратите внимание, как раз-таки цвет такой летний очень хороший. Так что стоит присмотреться. В принципе, брюки Вейвен хорошего качества, сшиты и смотрится очень хорошо. Так, у нас вот будет новинка, губная помада, называется «Не молчи». Этот имеет отношение к миссии против насилия над женщинами. То есть это компания такая по благотворительности для женщин, которые подвергались насилию в семье. И вот компания выпускает помаду с новым дизайном в виде вот такого логотипчика. Не сушит, написано матовой, но не сушит. Кстати говоря, матовые помады мне Вейвен очень нравится. Она будет представлена почему-то только в одном цвете. Ну, видимо, такая какая-то символика. Вот красные губы. Эйвен помогает женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. Лимитированный дизайн. Посмотрим. Я думаю, что я ее возьму, поучаствую в благотворительности. Так, и здесь у нас компания начинается новая по призам. Опять же, нужно покупать товары с определенных страниц и потом зарегистрироваться на указанной страничке, получить шанс выиграть приз. Можете обратить внимание. Аромат Full Speed. Легендарный. Заметное омоложение с двойной силой коллагена. У нас можно купить новую продукцию InU. Она уже не в первом, конечно, каталоге. С протинолом. В состав теперь входит протинол. Уход за кожей с чувствительным ароматом. Парфюмированный спрей с лосьонами по очень такой привлекательной цене. 179 и 249. Остались ароматы, которые мне совершенно не нравятся. Единственный вот этот вот сливый фундук привлекает мое внимание больше всего. Коллекция Avon Advanced Techniques в новой упаковке из сывороток и масел. Для придания блеска, абсолютное питание, сыворотка восстановления и ультрагладкость. Из всех представленных сывороток лично мне для моих волос не подошла никакая. Поэтому я не буду ничего подробно про них рассказывать. Есть клиенты, которые обожают их, но у меня сложилось такое впечатление, что нет ничего лучше натурального кокосового масла, например, либо какого-то еще жирного масла, чем мазать свои волосы силиконистой какой-то непонятной жидкостью. Но, опять же, повторюсь, это не значит, что это мнение единственное мое правильное. У всех свое мнение, свое впечатление. У всех волосы по-разному реагируют на выбранное средство. Кстати, очень приятный аромат на руке остается. Это аромат питающей сыворотки. По всей видимости, где у нас питающий? Ну, наверное, вот это абсолютное питание. Очень приятный, кстати, аромат. Ну, в общем, у меня такое мнение, что лучше взять натуральное масло, чем в основном здесь в составе всякие разные вещества. Помимо масла сюда входит много чего, в том числе диметикон, который вообще не вымывается с волос. У меня электризуются волосы после данных сывороток почему-то и становятся какими-то очень-очень тонкими после этого. В общем, не знаю. Для меня средство абсолютно бесполезное. Стоимость 189 рублей для любителей данных средств, а их немало. А я считаю, очень хорошая возможность. Сейчас вообще в последних каталогах очень сильно взлетели цены, я считаю. Но сыворотка вот здесь, в данном каталоге, стоит
хорошая, я считаю, цена, стоит взять. Парфюмерные воды за 199 рублей. Вот в формате 10 миллилитров. Тоже на подарок, если кому-то хотите взять, то очень хорошая цена. Вот сейчас вот прям не пропустите. Достаточно достойные здесь представлены ароматы все. Из всех тех, что здесь есть, у меня много клиентов вот на все представленные ароматы. Поэтому так, новиночка. Сразу же здесь представлена на этой страничке за 949 рублей. Ее можно купить, как и все остальные ароматы данной линейки Ив. Эта вода у нас была новинкой прошлого каталога, но я успела ее протестировать. Аромат очень-очень яркий, очень цветочный, очень весенний. С первых сразу нот здесь выступает больше похоже на какой-то малиновый десерт, немножко с какой-то кислинкой. Не могу сказать, что это вот прям малина в чистом виде. Больше всего здесь, после того, как начинает развеиваться этот аромат, слышны какие-то древесно-фруктовые нотки. Цветочных очень мало нот я здесь чувствую. В основном все-таки для меня это фруктово-древесный аромат. Ириса я не сказала бы, что здесь много очень ириса. Но аромат действительно очень сочный, очень яркий. На весну он подходит, наверное, больше, чем, например, на лето. Потому что для лета все-таки он будет, мне кажется, тяжеловат. Ну, в общем, аромат достойный. 949 рублей, в принципе, сейчас неплохая цена. Поэтому из всех представленных водичек больше всего привлекает клиентов, вот, конечно, Элеганс. Но я думаю, что эта парфюмерная вода, она тоже будет фаворитом для многих девушек. Поэтому стоит обратить на нее внимание. Стоит обратить внимание клиентов. Следующая новинка у нас будет, я так поняла, уже в следующем каталоге. Из серии Today Tomorrow Always. Купи набор из 4 ароматов и получи кэшбэк при покупке любого аромата Today, Tomorrow, Always или The Slow 50 мл в каталоге 4/2021. Интересно, что это будет за аромат. Здесь можно будет приобрести вот такие вот по 1,5 мл форматы и познакомить, если кто еще не знает, из клиентов или из своих знакомых. Может быть, даже на подарок кто-то возьмет. На небольшой такой презентик можно подарить. Так, любой набор по шок-цене 1399. Любой аромат Attraction 100 мл. Многие, кстати, любят форматы 100 мл. Почему-то лично я наоборот, не люблю такие большие, а некоторые вот именно гоняются за такими большими флаконами. 899 рублей, 125 миллилитров Blake's Youth Touch. Очень хороший аромат, прям легендарный аромат мужской Вейвен. Один из первых ароматов мужских, в общем, классный аромат для мужчин. И также вот Little Black Dress 100 миллилитров тоже многие предпочитают. Набор за 1199 по шок-цене. Так, это у нас персив. И не такая это уж она уже, конечно, новинка. Hue Story. 899 рублей. Так, туалетная вода Esper Impress тоже 649 рублей появилась. Но она часто довольно-таки бывает. Есть у меня эта вода. Сейчас я думаю, что она наиболее становится актуальна, потому что вот лично зимой
Я этот аромат просто не переносила. Я не знаю, он для меня был каким-то отвратительным. Сейчас началась весна, вот под это таяние снега, вот такой свежий, уже такой немножко весенний воздух. Вот этот аромат очень хорошо созвучен с данным временем года, мне кажется. Я его пробовала и летом, и вот мне кажется, сейчас он раскрывается по-особенному. Конечно, очень сладкий аромат. Я считаю, что он очень сладкий. Но в то же время есть в нем какая-то немножко свежинка небольшая такая, если можно так выразиться, которая вот как раз очень хорошо сейчас будет звучать. И также рядышком представлен тоже за 799 рублей аромат из серии Avon Collection. Это карамельное яблоко. В принципе, я считаю, что аромат на любое время года. Он, конечно, тоже сладковатый, но вот он уже с более какой-то свежей ноткой. И сейчас на весну тоже обратите внимание, если хотели когда-то приобрести, но не решались, мне кажется, что сейчас еще время года достаточно нормально для такого вида аромата и стоит воспользоваться. Пурбланка, который у нас в данном тоже предложении, по-моему, по такой же цене. Здесь 469 и здесь 469. Если сомневаетесь, возьмите аромат Пурбланка Essence. Стоит, наверное, все-таки сначала протестировать, не берите сразу. Шикарные тоже предложения при покупке двух ароматов. И мужские, и женские. Следующее предложение на странице 53. 1 плюс 1 равно 3. Туалетные воды Summer White. Новиночка Summer White Bali и Summer White Sunset. Я брала в прошлом каталоге. У меня есть обзор. Можете посмотреть, как они выглядят, если кто-то не видел. Ароматы очень-очень приятные. Бали с очень освежающим таким ароматом приятным. На Elite Gentleman линейку 599, очень хорошая цена, просто действительно шок цена. Вот я считаю, что хорошее предложение при покупке товаров с определенных страниц. И также набор Avon Man 899 рублей. Любой аромат по шок цене. Здесь у нас линеечка Mask. Ну, уже все накупили, конечно, своим мужчинам еще в прошлом каталоге. Может, конечно, кто-то захочет воспользоваться еще, но как-то уже не очень, конечно, актуально. Каждый аромат за 299 рублей. Такие бы цены в прошлом каталоге бы лучше были. Так, и новинки. Avon Man. Набор из трех штук по цене 369 рублей. Здесь у нас гель для душа, гель для бритья и увлажняющий крем «Сила черного угля». Черный уголь справится даже с самыми глубокими загрязнениями. Зарядит энергией на весь день. Идеально для мужской кожи. Взрывной аромат Avon Senses «Энергия». 99 рублей, 250 миллилитров. Тоже классный аромат. Пудра за 349 рублей, матирующая, компактная. Очень удобный вариант по сравнению вот с этой пудрой. Потому что здесь есть и зеркальце, и спонжик. Также очень в хороших цветах представлены вот эти вот светлые оттенки. Поскольку здесь самые темные, они разве что только могут для контуринга подойти. Потому что для девушек средней полосы такие оттенки, они совсем не подходят. Но я бы все равно, скорее всего, остановилась вот на такой пудре. Особенно если, в принципе, на ваш заказ хорошая скидка 30%, то если выбирать, то я бы выбрала эту помаду. Представлены матовая легенда, кремовая легенда, металлический эффект, матовая невесомость. И на каждой страничке они представлены для разного типа. В разных оттенках. Здесь яркие, здесь нюдовые. И также на следующей страничке красные оттенки.
Самый хороший из этих помад лично для меня все-таки является металлический эффект, вот это жидкое. Больше мне из матовых нравится матовый металлик, но здесь эта помада не представлена. Есть вот такая вот помада «Лиловый космос» у меня. Помада, в принципе, цвет неплохой, но сама по качеству мне эта помада не нравится. Она немножко как замазка ложится. Невесомость хорошее качество, я лично считаю. И также хорошо лежит помада «Кремовая легенда» на губах. Цвета, конечно, яркие, цвета хорошие. Очень красивый вот этот вот вишневый металлик, мне нравится. Хорошая цена, смотрите, какая на помады «Леди». Классная, 159 рублей. Помады очень хорошо ложатся на губки, увлажняют. Тушь «Супершок», объем разделения, хорошая цена, но я эту тушь брать больше не буду. Для меня лично она вообще абсолютно никакая, эта тушь не разделяет, не удлиняет, не придает никакого объема, моментально сохнет. Мои ресницы она не красит вообще, то есть вот просто. Так, здесь я немножко не разобралась, куда именно относятся вот данные вот цвета. Что именно относится к карандашу, а что к звездной коллекции жидкие тени. Хоть бы они поставили бы как-то, не знаю, цифры, какими-то цифрами обозначили или как-то еще. В общем, я лично не смогла понять. Хорошая кисточка вот у этой туши. Она очень хорошо, это тушь объема и разделения. Очень хорошо делает пушистыми реснички. Вот такая у нее, смотрите, щеточка. Недостаток. Так же, как и у всех тушей Avon, она у меня очень быстро высохла, и я ее уже начала разбавлять. Тушью я пользуюсь где-то примерно месяц. В принципе, я пробовала все. Я пробовала все абсолютно туши. Супершок Макс мне тоже нравится. Она, пожалуй, идет на второе место. Я бы поставила из всех представленных отсюда. И с этой странички я бы вот выделила больше всего вот эту тушь за 349 рублей. Новинка у нас опять в этой линейке Магик. Это уже праймер для создания идеально ровной кожи и ровного тона с праймером. Без праймера и с праймером показана кожа у девушки. То есть праймер как бы должен матировать и выравнивать. И у кого-то на канале я слышала такое мнение, что она вроде бы похожа на какую-то выравнивающую основу от бренда InYou. Я так поняла, что речь идет о мгновенном выравнивании совершенства, потому что ничего другого я вроде бы там подобного не знаю. Если это так, то это силиконовая основа должна быть с солнцезащитным фактором 20. Если кто-то использует особенно там пилинг какой-то по весне, то, может быть, стоит обратить внимание. Но я, например, использую дневные средства с солнцезащитным фактором, поэтому мне как бы это не сильно актуально. Праймер плюс матирование. Два в одном. Праймер плюс увлажнение. Опять перепутали местами. Здесь должен быть синий, а тут должен быть розовый. Обратите внимание, что картинки не соответствуют действительности, потому что у меня есть праймер увлажнения, и он на самом деле синего цвета, а не розового. Не буду сейчас ее доставать. Очень красивый цвет у девушки на ногтях. Вишневый пирог. Просто вообще ему так нравится. Прям хочется его купить. Гель-эффект лак. И цена на него всего 129 рублей. Хорошая цена. Новинка в этой серии «Жемчужное сияние». Он, конечно, немножко отличается, но вот было тоже что-то похожее такое сияющее. И был еще похожий лак «Стиль Студио», но тоже оно чем-то похоже на гель-лак. В общем, такая вот новая будет линеечка. Мне очень нравится вот увлажняющий блеск для губ Люкс. Очень хорошо увлажняет губки, красиво смотрится. И еще хотела бы остановить свое внимание на данную вот эту вот основу. Очень классная штука. Рекомендую, обязательно обратите внимание.
у кого кожа ближе к нормальной. Вот сейчас она в данное время года просто великолепно ложится на кожу, эта основа. Она классно смотрится, она хорошо выравнивает оттенок, она матирует кожу. Я вот сейчас специально нанесу при дневном освещении, вы посмотрите, насколько она вообще сливается. Это оттенок слоновой кости, айвори. Насколько она хорошо сочетается с цветом моей кожи. Немножко, конечно, темноват оттенок, но смотрите, как хорошо ложится. У меня, правда, крем на руках, крем для рук. Может быть, на этот крем для рук не очень хорошо легло. Все-таки нужно класть на какую-то основу. Смотрите, как классно сливается с тоном кожи, выравнивает, матирует, супер, придает какое-то небольшое свечение. И, в общем, к тому же у этого средства еще, по-моему, омолаживающее действие должно быть. Омолаживающее действие, мне кажется, за счет вот этого вот небольшого сияния такого внутреннего создается. Ну, в общем, классная вещь. 619 рублей, конечно, не очень дешево, но вот поверьте мне, эта основа, она действительно заслуживает внимания. И также еще давно смотрю вот на этот кашемировый люкс. Здесь написано: закажи пудру или тональный крем со страницы 97 по вот такой вот цене. Пудра мне нравится не очень. Я бы, если бы выбирать из пудры люкс или из пудры дистиллери, я бы остановила свое внимание все-таки на пудре дистиллери. Мне она по качеству нравится больше, чем люкс. Люкс, она более крупно такая дисперсная, и ложится она не очень красиво. А здесь все-таки несколько другая все-таки текстура у пудры, и она лежит лучше на коже. К тому же цвета здесь цвет самый светлый у меня, и он подходит к тону кожи намного-намного лучше, чем вот легкий шелк или чистый шелк вообще какой-то очень-очень белый. Мне не понравился. Обратите внимание на эти предложения. Я бы хотела остановить быстренько свое внимание вот на этом средстве, набор для бровей. Самый-самый лучший оттенок Soft Brown, который только вообще есть в Avon. У меня, я пользуюсь постоянно только этим средством. Она очень хорошо очерчивает бровки. Там очень удобная кисточка. Она идеальная вообще. Идеальный цвет. Темный, немножко такой холодный подтон, абсолютно не выделяется, очень с цветом волос сочетается, хорошо делает форму бровям. Также есть у меня еще подводка для бровей. Я брала цвет Soft Brown. И он на самом деле потемнее, чем тот вот карандаш, который я показывала в самом начале. Даже вот здесь вот видно, что он на самом деле не такой рыжий. Если сравнить с карандашом, видите, он по цвету не такой рыжий. Посмотрите. И он, в принципе, похож по цвету вот с этим софт-брауном. Похож. И этот Soft Brown, он тоже не такой рыжий, как карандаш. Поэтому, если вы будете брать, абсолютно не сомневайтесь, он рыжить не будет ни тот, ни другой оттенок. Матирующая мицеллярная вода в линеечке Nutri Effect. Обратите внимание. Тоже такие же масочки представлены за 140 рублей в этой линейке. Хорошая цена. Скидочка есть небольшая. И также многим очень нравится вот этот вот увлажняющий крем с тональным эффектом. 179 рублей будет всего лишь цена. Она у нас когда-то была в немножко другом вот таком вот дизайне, увлажняющий крем с тональным эффектом, но смысл остался тот же. Я думаю, что ничего не изменилось, кроме внешнего содержание, много я выдавила. Крем очень хорошо освежает. Я думаю, что я вот сейчас вот уже, может быть, начну им пользоваться. К тому же у него есть солнцезащитный фактор. И теперь обратите внимание, вообще незаметно на коже. Единственное, что
только-только лишь небольшой такой вот какой-то освежающий такой цвет загара и сияние появляется на коже. Видите, даже пальчики окрасились. Очень хорошее средство. Ну, единственное, что, конечно, если неравномерно нанести, то полосы получаются. Нужно аккуратненько очень наносить на кожу. Масло для лица Detox и вот этот вот гель ночной. И я стала тестировать данные товары. На самом деле распробовала я и то, и другое. Очень хорошее действительно средство. Всем советую. Кожа становится очень увлажненная. Только чуть-чуть, буквально, прям надо несколько капелек, очень много не нужно накладывать этого масла. И сразу же после того, как оно впиталось, я наношу вот этот вот люкс тональную основу. Очень хорошо, она прям как будто бы прилипает прям к коже. Очень хорошо прям ложится, выравнивает, скользит по коже, хорошо распределяется. В общем, мне очень понравилось сочетание вот этого вот масла, вот когда были морозы особенно, и сверху тональной основы. И также вечером я наношу вот этот вот ночной эликсир. Почему-то он называется здесь эликсир. Хотя вроде бы на самой упаковке было написано ночной крем. Увлажняет и снимает раздражение. Этот крем очень хорошо. Обалденная вот эта вот сыворотка инновация. У меня было несколько пробников. По-моему, как раз 7 штук у меня было пробников я накопила. И каждый пробник, он как раз, по-моему, содержит вот такое же количество миллилитров. Действительно, девушки, есть эффект. Если кто-то еще не пробовал, обязательно попробуйте, потому что на самом деле она работает. Вот все, что я могу сказать. То есть, если вы хотите вот действительно немножечко привести в порядок, чуть-чуть омолодить свою кожу, то она на самом деле действует прям как филлер, вот здесь вот написано, и подтягивает, и освежает. Вот у меня был обзор на такую сыворотку подробный в прошлом году. Очень хорошо тоже ее использовать. Только не в очень сильные морозы желательно. Вот сейчас вот уже и морозов нет, поэтому можно ее уже запросто смело наносить утром, и после этого сразу же наносить можно макияж, можно дневной крем сверху, можно без дневного крема пользоваться. Обратите внимание, что здесь пипетка совершенно не такого вида, такая вот густая масса. Очень-очень такая густая, глицериновая, вообще похожа даже на что-то такое, на какой-то сладкий сироп. В общем, советую и эту. Мне очень нравятся вот эти вот оба средства. Закажи сплэш-маску за 99 рублей. У нас изменился дизайн. Маска раньше была в таком в розовом дизайне. Это сплэш-маска. Тоже, кстати, хорошая. Хороший оказывает эффект. Что у нас тут еще? Ботокс. Ботокс написано. Инвазивная процедура, блокирующая работу мимических морщин. Так, а это у нас сыворотка с ретинолом. Не знаю, какое отношение это имеет к ботоксу, но ретинол и ботокс это не одно и то же. Да, сыворотка хорошая, она работает, она как бы немножечко сглаживает морщинки, но все-таки с ботоксом это никакого не имеет никакого отношения. Вся линейка с видоизмененным дизайном и корректирующая сыворотка ровный тон у меня такая же тоже есть в другом дизайне. Вот из этих двух мне больше нравится лифтинг-эффект системы 2 в 1. Хотя, в принципе, вот это вот корректирующий, питательный, вот этот дневной крем корректирующий, питательный ночной крем-гель тоже очень хорошая штука. То и другое. Осветляющего действия, конечно, я никакого не заметила, но кожу, конечно, немножечко приводит в порядок. Теперь дифференцированная скидка будет на все предложения с моды стиль должна быть. Мне единственное, что здесь привлекло внимание, вот это вот такая паршмина. Модный принт, большой размер. Можно использовать как верхнюю одежду. Ну, действительно, хорошая, заслуживает внимания, я считаю, хорошая штука. Красиво, мне кажется, будет смотреться.
Какие-то платья вообще бесформенные. Не знаю, я не люблю такой, не люблю такие варианты одежды. Мне больше нравится что-то подчеркивающее фигуру. Здесь у нас много разной новой бижутерии. Бижутерии тоже нет смысла разглядывать на картинке абсолютно никакого. Вот эти вот штучки, дизайнерские брелки я показывала в прошлом своем обзоре. Ну, там, правда, очень коротенько, но можете посмотреть. Здесь у нас опять такое большое количество новых таких вот шарфиков. Новая сумка, новая женская блуза. Ничего из этого я брать себе, наверное, скорее всего, не буду. Вот, тоже понравились вот эти вот новиночки. Хотя я как бы не очень люблю бижутерию и, скорее всего, покупать не буду, но действительно выглядит красиво на самом деле. Красивые вот эти вот брюки. Единственное, что для себя брать я не буду, потому что у меня рост 1,58 м. И мне такая длинная талия, она будет некрасива, она будет очень высоко. Это на высокий рост, на стройных девушек. Это да, это подчеркивает красивую фигуру, это все понятно. Но на такой рост, как у меня, это не подходящая тема. Мне больше подходит такая средняя посадка. Просто не подойдет. А так, конечно, если бы прям вот еще в жизни был такой же цвет, то есть это новинка у нас. Хороший у Эйвен. Смотрю вот на этот вот костюмчик. Я красный. 1499. Такая привлекательная цена. И материал 60% хлопка здесь. Я считаю, что хорошая. И вот эта вот пижамка очень красивая. Такая мне тоже понравилась. 1600. По поводу свечей, что хочу сказать. Мне нравится, как пахнут свечи. Мне нравится, как они выглядят. Но в зажженном виде я свечи не могу терпеть, потому что он сразу появляется какой-то резкий аромат в комнате. Это нужно открывать окно, нужно проветривать. Ну, в общем, как пахнут свечи в незажженном состоянии, мне нравится. Но зачем их покупать для того, чтобы они стояли, не совсем понятно. Все-таки свечи, они на то и свечи, чтобы их зажигать. Вот сколько свечей уже брала. Вот красная свеча у меня есть. Тут у меня свеча еще есть с лавандой. И какой-то он становится не такой аромат, поэтому не очень как бы меня эта тема интересует. Здесь у нас тоже текстиль очень хороший, представлен новиночки в виде вот полотенчиков разного размера. Так, и здесь уже пошли скидки из разных прошлых каталогов. На этой страничке вряд ли меня что-то заинтересует. Здесь новый платочек у нас, опять же, от благотворительной программы. Женский платок. И новая линейка, вернее, обновленный ребрендинг опять. Advanced Technique Skin по 349 рублей, которые часто покупают клиенты. Многим нравится эта краска. И 349 рублей не самая, в общем-то, маленькая цена. Иногда они бывают подешевле, но уже давно, кстати, не было дешевле. Лимитированный дизайн, какой он уже давно у нас в таком дизайне представлены данные средства Эвенке. 59 рублей, хорошая цена опять на крема для рук. И здесь опять представлено у нас на той страничке было в самом где-то серединке, да, но здесь уже у нас немножко добавлены к этим средствам. То есть тут еще и парфюмерные водички в коллекции Инканта. Девушки, скажите, пожалуйста, мне, напишите в комментарии. В прошлый раз мне написали под моим видео, когда я делала обзор по своему прошлому заказу, что вот эта вот линейка, которая здесь написано, что это новинка. Я, кстати, на нее обратила внимание, и мне очень захотелось купить. В этом каталоге будет очень хорошая цена по сравнению с предыдущим. Обратите внимание. Хорошо, я это вовремя заметила и не стала покупать в прошлом каталоге. Так вот, мне сказали, что это, оказывается, никакая не новинка, написали, а что у нас уже это было представлено когда-то года два назад. Я стала вспоминать, и действительно, тонизирующая гармония, по-моему, у нас уже была. Но я тогда не покупала. Почему же тогда Эйвен пишет, что это новинка, лимитированная коллекция? Вот это мне непонятно.
Когда-то я давно покупала вот эти крем, вот этот крем-депилятор, потом он мне стал попадаться в каком-то непонятном виде, какими-то комками. Я перестала его покупать, потому что как-то он стал как-то, в общем, делаться непонятно. Какими-то комками просто выходит из тюбика, и это получается какая-то неоднородная масса, а что-то непонятное. Вот, брала я для области бикини, для чувствительной. Ну, не знаю, может быть, еще попробую я все-таки. Здесь взять. Хорошая цена будет на весенний букет. Очень нравится этот гель для душа. Только почему он здесь зеленый, а на самом деле в жизни он желтый, мне тоже непонятно. Очень красивый, такой прям освежающий, немножко сладковатый аромат. И также мыло кусковое при покупке двух штучек. Обратите внимание, может быть, кто-то будет брать, потому что хорошая цена. В этом гель для Каталоге. душа с витаминным комплексом Кир-Рояль. Он у нас не всегда бывает. Здесь представлено в большой упаковке 700 мл. Очень вкусный запах. Да, очень классный аромат. Прям такой ванильный коктейль за 269 пены для ванны. XXL размер средств для волос. Шампуни. Освежающие с витамином Е очищающие средства для женской интимной гигиены. Кто брал последний раз, расскажите, потому что здесь опять же слышала от кого-то то, что бывшее жидкое средство вроде бы как опять превратили в гель. Ну, я не знаю. Я сама не рискну брать. Я последний раз брала вот этот красный с ромашкой. Там хороший, нормальный гелевый состав. Так, и у нас появится новиночка как раз, да? Серия TTA. Парфюмерная вода The Slav. Надо будет попробовать обязательно. Набор из трех продуктов. Я вот так смотрю, мне ничего отсюда не надо вообще абсолютно. Ничего не буду брать. И вот они, крема для рук. Про этот крем я уже говорила. Шикарный, мне нравится. Хороший крем. И запах, и его качество. Мне все понравилось. Хорошая будет цена на люксовую помаду. Красивый цвет сливовый, вот этот вот сапфир очень. Я люблю такие оттенки на весну. Шелковая роза и вот этот вот сливовый сапфир. Самый-самый классный оттенок. И красные цвета, кстати говоря, здесь тоже очень красивые. Стоит обязательно, смотрите, берите. Хорошая цена. Так, и к 8 марта наборчики. Про Faraway Royal я в своем прошлом видео говорила, больше говорить ничего не буду. Мне кажется, что есть что-то похожее в унисекс, там, где у нас Attraction One, и мне показалось, что похоже на то, что в черном флаконе, есть что-то общее с этим ароматом, потому что здесь кориандр, и там что-то тоже, какие-то есть нотки, такие вот приправы. На мой взгляд, аромат какой-то, ну, в общем, меня не зацепил. Тяжелый. С кем-то я согласна, вот в видео, когда говорят, что он немножко чем-то напоминает унисекс, по-моему, кто-то говорил. У меня тоже есть такое мнение, что немножко напоминает. Из всех ароматов, представленных Faraway, мне больше всего нравится все-таки в черном вот этом оформлении. Мне кажется, он самый такой интересный. Ну и также, конечно же, полюбившийся многим аромат Гурме мне тоже нравится. Но я сама такие парфюмерные воды как-то не очень предпочитаю с таким ярким ароматом, поэтому себе я не покупаю. Но вот из всех представленных здесь, мне кажется, что Рояль не самый удачный вариант. Ну просто, ну вообще меня никак не зацепил. Я даже не могу выделить какие-то ноты здесь. Мне кажется, что он просто какой-то никакой, просто тяжелый аромат с приправой. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, напишите ваши комментарии. Я буду рада. Кое-что буду брать. Если будет какой-то заказ, то я обязательно поделюсь в следующем видео. На этом
Я, пожалуй, свое видео заканчиваю. Делитесь своим мнением о данном каталоге. Можете написать, что вы уже для себя купили или то, что вы собираетесь еще только купить. Мне очень интересно тоже будет ваше мнение узнать о данном каталоге. Поэтому всем спасибо, всем пока и до новых встреч!